Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. С чего начать приватизацию квартиры и можно ли расприватизировать жилье? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом Самары Захар Гудков и руководитель ассоциации ТСЖ, ЖСК и советов многоквартирных домов Самарской области Ирина Кочуева. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Ирина Николаевна, Захар Александрович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сегодня складывается ситуация по приватизации жилья в городе? Каково соотношение приватизированного и неприватизированного? Есть такие данные? Да, где-то чуть менее 20% у нас неприватизированного жилого фонда. А до какого времени у нас будет возможность приватизировать квартиру, вот как сегодня, бесплатно, как говорят? Пока официально нормативным актом установлено до 1 марта, но уже есть решение о продлении на 1 год. До 1 марта 2017 года. Да. То есть сегодня приватизировать жилье можно абсолютно бесплатно? Или все-таки какую-то плату мы вносим? Там, стоимость, опять же, оформления, связанная с госпошлинами. Сама по себе приватизация, то есть получение данного жилья в свою собственность от государства и построенного за счет государства, происходит бесплатно. И, соответственно, здесь я хотела бы акцентировать внимание на том, что 20% те, которые сейчас есть, я думаю, Захар Александрович мне потом говорит, продолжит, как это в департаменте происходит, видимо. Вопрос возникает в основном со сложными квартирами. То есть вот как к нам обращаются по обращениям граждан, складывается ситуация какая? Это квартиры, которые были ранее так называемые ведомственные. Ну, например, на первом этаже была там муниципальная управляющая компания, живут там так называемые бывшие, опять же, работники системы ЖКХ, у них есть эта квартира, им надо ее приватизировать, чья она, откуда взялась, что с ней делать, это решение суда. Опять же, сложные вопросы, связанные с общежитиями, сложные вопросы, связанные просто со сложным жильем, которое тоже непонятно, откуда взялось, и до сих пор еще не до конца посчитано. Вот это те самые 20%. Но с учетом того, что сейчас все-таки по всей информации, по всей ситуации, какой складывается, что бесплатная приватизация, наверное, все-таки последний раз продлевается. Но у нас с вами буквально недавно прошла информация, что даже принят порядок приватизации, как говорится, государственного имущества, правильно? То те квартиры, которые не приватизированы, они до сих пор являются общегосударственными. Я сейчас не буду делить муниципальными, государственными, ведомственными, общегосударственными. И пока их можно получить, как говорится, бесплатно, просто в подарок от государства. А как это сделать? Конечно, здесь лучше обращаться, наверное, в департамент. Угу. Ну, вообще, то, что люди не приватизируют жилье, наверное, здесь есть свои какие-то плюсы. Кроме того, что это сложная там ситуация, плюсы все-таки находят в этом люди, да? Ну, если считать, что не платишь налог, это большой плюс, наверное. Угу. На самом деле... Только вот плюс такой самый... Ну, явный, да. Явный, да, это то, что не платятся налоги на жилье. Скажите, да, пожалуйста, вот вы сказали, что общежитие – это тоже сложная ситуация. А в чем сложность приватизировать жилье в общежитии, в комнате, комнату в общежитии? Ну, на самом деле, порядок приватизации комнат в общежитиях такой же, алгоритм такой же. Просто комнаты в общежитиях приватизируют в силу 7 статьи Водного закона. А у нас граждане считают как? То есть, если они занимают общежитие, они имеют право его приватизировать, так как они это право не использовали, не воспользовались ранее. Но приватизировать в общежитиях можно лишь те комнаты. Ну, то есть, если не вдаваться в юридические подробности, примерно это звучит по закону так, что разрешено пользоваться, приватизировать тем гражданам, кого вселяли предприятие до передачи в собственность в муниципалитет данные здания общежития. Собственно говоря, приватизировать можно. Вот эту категорию. Если совсем получается, логика какая? Вот если ты получил эту комнату в общежитии до того момента, пока это было, условно говоря, УАО «Кузнецов» или ЦСКБ «Прогресс», там тоже были свои общежития, то тогда ты имеешь право приватизировать. А если ты уже туда вселился, по большому счету, где-то после 95-го, уж тем более после 2000-го, когда точно уже все передали в муниципалитет, в основном после 2000-го. И это ведь зачастую касается не только общежитий. Есть ситуация, когда ведомственные дома, у меня лично... Ирина Николаевна, вот уже висит звонок, поэтому вот про ведомственные дома запишу, чтобы не забыть. Это очень серьезный вопрос. До суда очень много людей идут приватизировать. Добрый вечер, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Добрый день, меня зовут Константин. Подскажите, пожалуйста, квартиру сейчас можно приватизировать? Просто слышал, что уже закончилась бесплатная приватизация. И сколько это будет стоить? Вот. Приватизация – это бесплатная передача
жилья в собственность граждан бесплатно. Любые деньги, которые с вас будут просить, взимать, это деньги за оформление документации. Соответственно. Это даже пошлина, я бы сказал так. Нет, я здесь имею в виду это... Ну, есть такие услуги, предлагают, да, что давайте документы, мы вам все оформим, вам не нужно ни в очередях, ни заниматься ничем. Но это оплачивается не государство, это оплачивается уже... Ну, нет, конечно, я и говорю, чтобы люди понимали о том, что это не взимается, не... это не пошлина, не сбор, не налог, не плата за приватизацию. Дополнительная услуга, да, за то, совершенно что... верно, вы оплачиваете услуги по подготовке пакета документов, все. Приватизация бесплатно. Если... Думаете, вот с чего такой... начать, открываете интернет, есть регламент, есть перечень у нас на сайте департамента, на сайте администрации, есть регламент по приватизации, в нем есть четкий набор пакет документов, который необходим, если возникают вопросы с какими-либо документами. Красноармейская, 17, 310 кабинет, понедельник, среда, в рабочее время. Специалисты ответят. Ну, давайте вернемся к ведомственному жилью. Что я это хотела за категория? Бы все-таки закончить вопрос. Дело в том, что на самом деле комплект документов можно сдать не только в департаменте управления имуществом. Его можно сдать и в МФЦ. Нет, я не про вообще сдачу документов. Я говорю про подготовку. Конкретно, если возникают вопросы. Если необходимо... Самое важное, если мы понимаем, что человек может сам это сделать, то есть не надо платить специальных денег, можно ознакомиться с регламентом. И уж извините меня, почти 25 лет уже идет приватизация. Да. Наверное, можно было выучить этот регламент, подготовить самостоятельно документы и сдать. Поэтому сама по себе приватизация, то есть получение жилья в свою собственность от государства, она бесплатная. И это можно сделать самостоятельно, воспользуясь современными технологиями. Ну вот теперь ведомственное... Можно, да. Если, так, ну если человек собрал полный пакет документов, он считает, что все нормально, да. Не обязательно сдавать, приходить документы на Красноармейскую, 17. Можно прийти в МФЦ, записаться, там есть и живая очередь, и электронная. Все знают, как работает многофункциональный центр. Сдается пакет туда, мы его в те же сроки обрабатываем. А в чем проблема существует? Вот вы как-то анализировали, почему вот люди так боятся этой приватизации, даже не понимают, платно, бесплатно, что такое? Уже так долго, вот 25 лет это все длится? На самом деле все банально, наверное, юридическая неграмотность людей. Вот. Действительно, сегодня интернет такой большой помощник, и перечень, и все. Но вот здесь еще один важный момент, если вот говорить о том, с чего начинать все-таки подходить к приватизации, нужно, наверное, с семьи со своей, да, согласие домашней. Потому что если кто-то не согласен, вы же это не сделаете, уже не приватизируете жилье, если даже один человек не согласен в доме. Как вот согласие всех совместно проживающих. Либо отказ от приватизации. А, вот, если не согласен, то здесь от него очень что надо важно понимать. Смотрите ситуацию. У нас с вами право на бесплатную приватизацию представляется единожды. То есть один раз в жизни. И если у нас с вами существует семья, то я всегда в этом случае рекомендую молодым людям отказаться от приватизации, как бы ни прозвучало, да, не надо на меня так муниципалитету смотреть, отказаться от приватизации, потому что, ну, разные бывают жизненные ситуации, когда, например, молодой человек или молодая девушка вышла замуж, вселились в неприватизированное жилье, а право уже один раз свое использовали. Это просто правоприменительная практика, да, гражданская правоприменительная практика. Другой вопрос, ведь никто не мешает человеку воспользоваться этим правом. Право дается один раз. И пока вот оно сейчас есть, конечно, у нас с вами осталось, скорее всего, последний год, и поэтому приватизировать надо уже сейчас и принимать эти решения, и отказываться уже поздно. Но 25 лет, наверное, уже люди выросли, правильно? Дети уже новые выросли в той семье, которые там отказались от приватизации в какой-то момент. Поэтому важная ситуация в том, чтобы приватизированное жилье и право на приватизацию использовалось законно, просто законно. Один раз в жизни, согласие всех собственников, согласие всех зарегистрированных, тех, кто зарегистрирован, не просто тех, кто проживает, а тех, кто зарегистрированы. Потому что у нас с вами распространенная ситуация, проживает 5, зарегистрировано 2. Ну да. И почему важно быть, опять же таки, приватизировать это жилье для задач всего сообщества. Это твоя собственность становится. И ты можешь, с одной стороны, конечно, это куча обязанностей возлагается на тебя, но с другой стороны, ты это жилье имеешь право пустить в гражданский оборот. В том числе даже на развитие своего собственного бизнеса. Это тоже вариант. Почему бы нет? То есть молодой человек должен написать отказ в данном случае. Понятно. Ведомственное. А, да, вот теперь уже к ведомству. Ну, действительно, вот служебное, муниципальное, как здесь разобраться? Можно, нельзя? И какие-то вот мотивы, может быть, и не нужно приватизировать? Ну, здесь тоже все просто. В законе о приватизации написано, что не подлежат приватизации ветхие аварийные, ведомственные,
не подлежу. Служебный спецфонд не подлежат. А если человек вот за небольшие деньги купил аварийное жилье в надежде получить вот собственность, земли под этим домом, там где-то в городе, вот как, и приватизировать, то есть на это уже изначально не идти на такие сделки, здесь при чем приватизация, пардон? Чтобы потом продать. Он его купил. А вот если мы понимаем, что он купил неприватизированно, извините, это, не побоюсь даже сейчас прямого эфира, это 159-е мошенничество. Покупать государственное жилье нельзя. И если он потом придет с этим жильем и скажет, что я где-то чего-то купил, то обязанность, соответственно, всех, кто об этом узнает, соответственно, произвести следующее заявление. Потому что продавать государственное жилье нельзя. И менять его тоже нельзя. Его можно только приватизировать. Даже в найм его сдать нельзя. Нельзя. Под найм. Конечно. Да, вот это да. А вот, ну, статус аварийного жилье может приобрести потом. Жила семья, жила-жила, там, через 10 лет жилье стало аварийным. В таком случае на что они могут претендовать, если жилье аварийное, приватизированное? 89-я статья Жилищного кодекса, это переселение в равнозначное, равноценное. То есть, То есть там было 33 метра, они получат те же 33 метра? Те же 33 метра. Это, кстати, одна из причин, почему люди предпочитают вот... Есть долго категория, тянуть, да. Да, кто считает, что живя по найму в государственном жилье при расселении, они получат по норме предоставления. Сейчас вот право применения изменилось, практика судебная изменилась. Суды считают, у нас есть постановление Пленума Верховного суда о том, что при переселении из ветхого аварийного жилья не производится улучшение жилищных условий, а то есть идет именно обмен аварийного на неаварийное. Именно из этих, ну, скажем так, именно поэтому вот 89-я статья суды трактует. То есть получается как, что человек уже не должен улучшить свое жилищное условие, понимаете? То есть вот было прописано 5 человек, у них не приватизировано. Ранее действительно была практика, когда эти 5 прописанных человек дожидались улучшения своих жилищных условий по норме предоставления. Сейчас меняется просто, собственно говоря, назначение. От аварийного переходит в обычный нормальный фонд. Но это будут те же 33 квадратных метра. А в каких случаях желающим приватизировать жилье могут отказать? Вот есть такие из практики? Вот, конечно. Да, Что? Это как раз когда идут в суд. Да. Ну, на самом деле, основная причина отказа – это неполный пакет документов. Когда люди сдают, и не хватает там одной справки, другой справки. То есть, банально. Перепланировка тоже такая распространенная. Причина отказа. Перепланировку делать можно, но только узаконить. Пробел регистрации, когда человек, ну это особенно от военнослужащих касается, у Ирины Николаевны их много в районе. Вот, когда там блуждают по стране военнослужащие, жены с ними, был здесь, там, прописан тут, а так как право дается один раз на всей территории Российской Федерации, нам необходимо, мы же не можем по всей стране делать запросы и ждать. Мы в регламентные сроки просто не уложимся. Поэтому мы в регламенте установили такое у себя. Собственно, мы просим, чтобы человек подтвердил, что он не использовал, то есть либо прописку, либо подтвердил, что он не использовал право приватизации на территории другого региона. Вот есть тогда такая практика, служебное жилье дают. Вот устраивается дворник, нехватка, да, дают ему на первом этаже там комнату. Вот в данном случае он может через какой-то срок вот ее приватизировать? У нас до 2005 года были комитеты, и в том числе комитет по жилью. Они были районные, то есть тогда, да, действительно давали достаточно много жилья сотрудникам ЖКХ, и в том числе и не жилья, и переводили, и открывали лицевые счета. То есть с точки зрения по-человечески, я понимаю, человек прожил 15-20 лет в жилье, но законных оснований приватизировать, то есть заключить договор передачи жилого помещения безвозмездно гражданам в порядке приватизации у меня отсутствует. То есть здесь надо понимать суд. Но есть судебная практика. Конечно. Если в порядке судебной практики он докажет, что это принадлежало ему, что это передавалось именно так, что теперь уже этот дом далеко не служебный, что там приватизировано более чем 50% всего жилого фонда. Речь идет вообще там, в принципе, там даже одна квартира. То есть уже началось все, да. Он просто идет в суд, мы сами объясняем. Да. Конечно, человек делает и ремонт, и вкладывает деньги в это жилье. Он нес бремя содержания, самое главное. Да. Он нес бремя содержания, как и у него собственного жилья. В силу как бы давности времен у него уже появились... Вот... Самое главное здесь понять, чье это изначально было жилье. Потому что суды всегда настаивают на том, а чье это было изначально. Если, соответственно, не возникает спор от предыдущего собственника, то вообще вопросов как бы по решению суда по такому жилью нет. Естественно, это не те сроки, которые есть при обычном порядке приватизации. Но, опять же, уложить
уложиться даже в оставшийся сейчас год, проблем не возникнет. Напомню, только не надо ждать до марта, а вот сейчас уже надо делать. Напомню телезрителям, наш телефон 202-11-22, тема разговора приватизация жилья. Если у вас есть проблемы, пожалуйста, обращайтесь к нашим экспертам и специалистам. Еще такой момент, можно ли отказаться от уже приватизированного жилья? Вот появляются какие-то мотивы или какие-то жизненные ситуации, то, межличностные и там еще какие-то. И человек просто думает, что вот не могу я. Технически можно. Практически вот за 3 года моей работы 3 случая расприватизации жилья в Самаре. И как бы, я не знаю, наверное, вот какие могут быть мотивы? Да. Ну, если 3 человека, то да. Практика очень, опять же таки, все зависит от того, для чего человек приватизировал. Если говорить с правой точки зрения, как расприватизировать, подается такое же заявление, такой же комплект документов, и также выносится решение суда, что теперь это жилье муниципальное. Нет, зачем суда? Господи, решение решение муниципального муниципалитета. Соответственно, после этого, естественно, жилье становится не частным, а муниципальным. Здесь надо четко понимать, что сейчас у нас с вами так называемого ведомственного жилья нет больше. У нас нет с вами жилья так называемого служебного. Это все муниципальное. Или же частное. То есть там, где у нас с вами в многоквартирных домах приватизировано больше, чем 50%, эти дома стали уже сами себе принадлежать. И, соответственно, естественно, там, где осталось неприватизированное, собственник там, муниципалитет. И начинать надо искать собственника именно от муниципалитета. Потому что, начиная, дай бог памяти, с 2000-х, все жилье уже благополучно передали в муниципалитет. Найти то жилье, которое не принадлежит... Естественно, есть отдельная категория, так называемое военное жилье. Да, оно представляется служебное, то, которое представляется по контракту. Да, есть сейчас решение, что пока у нас людям не предоставили так называемое жилье тем, кто должен был уволиться с военной службы, они теперь не увольняются, пока им не предоставят этого военного жилья. Это отдельная категория граждан. Но в общей массе все жилье муниципальное. И, соответственно, приходить и искать, чья моя квартира, и начинать всю процедуру, надо смотреть. Спасибо. У нас есть звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Говорите, как вас зовут? Извините. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас идет приватизация до февраля, по-моему, да? До марта. До 1 марта пока. До 1 марта. До 1 марта, да. А вот если сейчас не успеваем, у нас с документами походит, как надо быть? Да, вообще в какие сроки вот приватизация это проводится? Вы уже подали пакет документов? Вы подали пакет документов? Нет, пока еще не подали, потому что кое-какие у нас документы не хватает. У меня мама старенькая, кое-что потеряла, пока восстановить лечение не получается никак. Бегом-бегом сдавать. Ну, восстановить, если вы имеете в виду ордер, если вы вселялись до 2000 года, вам он не нужен. Ну, в принципе, обращайтесь на Красноармейскую, 17, приходите, мы вам ответим на все вопросы. И... Вот если заявление уже о подаче на регистрацию, на приватизацию жилья будет, уже же обратной силы это не имеет? Ну, конечно. То есть если до 1 марта он написал это заявление, то потом может принести недостающий документ. В любом случае, такой мы ждем можно? Сейчас постановление правительства Российской Федерации, о чем прямо сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, что такое продление приватизации будет. Это еще было подтверждено также президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, что до 1 марта 2017 года последний срок приватизации. Поэтому, если чего-то не хватает, это надо начинать доделать уже сейчас. Очень большие сомнения, что это будет еще потом, еще и еще и еще. Просто, если я правильно помню, следующий год у нас будет с вами юбилейным. 25 лет приватизации. Поэтому, наверное, все-таки за 25 лет все, кто хотел получить свое приватизированное жилье, наверное, этим правом воспользовались. А с учетом той экономической ситуации, которая есть, когда государственное имущество не может раздаваться безвозмездно всем и вся, наверное, получить это право сейчас, наверное, стоит им воспользоваться. И, соответственно, если у вас что-то сейчас на руках еще там нет, максимально успеть собрать, и вот где-то февраль, март, апрель начать уже сдавать, чтобы вы точно уложились во все сроки. Да. Вы говорили об обязанностях, которые вот приобретают люди, приватизируя свое жилье. Какие это обязанности? Что в них входит? Содержание, конечно. Ведь это становится вашим имуществом. Мы не задаем с вами вопрос, какая у нас с вами обязанность, когда покупаем машину, правильно? Мы понимаем, что машину мы должны парковать, иначе ее угонят. Мы должны ее там, опять же таки, сохранять, потому что это мое имущество. Та же самая обязанность возникает по квартире. То есть вы обязаны содержать как свою квартиру в надлежащем состоянии, так и, собственно говоря, часть общедомового имущества, пропорционально принадлежащего вам.
и, естественно, не нарушать права своих же соседей. Потому что очень часто бывают ситуации, когда, и много таких обращений, когда из квартиры превращают, извините меня, хламовку. Mm-hmm. Когда просто-напросто бегут тараканы, крысы и все остальное. И здесь муниципалитет уже тоже так же включается, чтобы эта квартира не была, ну, как бы рассадником не пойми чего, mm-hmm. вот так назовем аккуратно. Поэтому обязанность, прежде всего, содержать, отвечать за свое имущество mm-hmm. и действительно содержать его в нормальном состоянии. Послушаем следующий звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня Роза зовут. Скажите, вот мы в свое время приватизировали квартиру, но нам ее приватизировали так, чтобы мы ее для того, чтобы разменять. Так. Вот. Сейчас я не имею права больше приватизировать, правильно? Да, конечно. Нет. Ну, а как вот мне теперь быть? А вы свою следующую квартиру, которую бы вы разменяли, она приватизирована или нет? Мы когда ее приватизировали, вот сейчас мы живем, она была приватизирована. Но когда мы разменивали, нам сказали, что приватизированную на неприватизированную нельзя менять. Вот вы сейчас живете, у вас приватизированная квартира или нет? Раз приватизирована. Вот, это один из трех. А вы предыдущее свое право реализовали, у вас предыдущая была приватизирована квартира? А мы приватизировали ту квартиру и отдали, куда мы с кем разменяли. Сейчас суть вопроса. Я поняла предмет обсуждения. Наверное, предлагаю сейчас оставить просто свои контакты, чтобы вот у нас уже были ситуации, когда мы после эфира связывались. Mm-hmm. Это, наверное, ближе к нам, потому что это уже судебная практика. И как в рамках имеющихся грантов мы просто окажем правовую поддержку mm-hmm. и объясним ситуацию, как с этим быть. Роза, тогда оставьте свои контакты просто вот уже после эфира, и мы с вами свяжемся. Mm-hmm. Да, Роза, координатору скажите свой телефон. И еще одна тема – капитальный ремонт. Все-таки. Вот люди, которые живут вне приватизированного жилья, они что-то платят за капитальный ремонт или нет? Нет. Люди в неприватизированном жилье платят найм. Они не платят? Нет. А как тогда будет ремонтироваться дом, если вот они также... За них оплачивает собственник муниципалитет. Муниципалитет. Угу. То есть вот с этим как бы какого-то разночтения проблем не возникает. Что вот они не платят деньги, потому они что у них не получают такую квитанцию. Если кто-то с неприватизированным жильем получает такие квитанции, то это, ну, очень большой вопрос, почему они выставляются, потому что в настоящий момент за неприватизированное жилье оплачивает муниципалитет. Я могу тут тоже пояснить этот момент такой очень интересный. Очень узкий момент, согласна. Мы разбирались. На самом деле приватизация заканчивается для человека получением свидетельства. Не просто получением договора о приватизации, а получением свидетельства. Но... Дальше человек должен сам сходить в управляющую компанию, показать свидетельство для того, чтобы статус жилья управляющей компании, паспортный стол, я не знаю, сменило. Угу. В этом случае им перестают начислять найм и начинают начислять капремонт. Понятно. Здесь но так как это носит, скажем так, заявительный характер, не обязательно заявительный не всегда характер. Люди туда ходят. И здесь mm-hmm. очень правильный момент сейчас был уточнен, что надо понимать, что приватизация действительно конкретно для человека и права собственности возникла не с момента заключения договора между муниципалитетом и собственником, а с момента получения свидетельства. Mm-hmm. Почему вот я и предыдущий вопрос сказал, что нужно разбираться, там надо смотреть, какое свидетельство было, какое есть сейчас и какой статус есть на самом деле. Mm-hmm. И тогда станет понятно, что с этим делать. То есть здесь уже такая узкая ситуация, надо смотреть по документам. Угу. Так, был звонок, но, к сожалению, уже не дождались. Звоните, еще есть время, пожалуйста, дозванивайтесь. А вот с несовершеннолетними как быть? Человек несовершеннолетний еще, может, не понимает, нужно ему вот включаться в приватизацию, зарегистрировать их или как? Какой еще? Мы же тоже... Люди просто не знают, что человек, использовавший право приватизации в несовершеннолетнем возрасте, имеет право приватизировать жилье в совершеннолетнем возрасте. Вот. Потому что в тот момент он не был еще гражданином, а право на приватизацию представляется гражданином. Но он был, конечно, с рождения, но у него все права возникают полностью как дееспособного. Понятно. С 18 лет. Понятно. Звонок. Дозвонились, пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер. Представьтесь. Добрый вечер. Меня зовут Юля. Я хотела бы узнать, вот квитанция за квартиру представить, там написано «вторично приватизированная». Как это значит? Не готов ответить. Наверное, это лучше уточнить в... Управляющей компании. Что за статус вторично приватизированного? А какая управляющая компания? Жилой инвестор.
Жилуниверсал выставляет как... Здесь действительно давайте тоже возьмем себе на контроль, потом в качестве контактов... Потому что первый раз сталкиваемся с тем, что вторично приватизированное. Но если всего было три случая расприватизации, то кто же вторично приватизировал, получается, в данном случае? Возникает очень большой вопрос. Но, в принципе, это не легитимная формулировка, то есть не правовая формулировка, что что-то вторично приватизированное. Приватизация происходит только один раз. А возникают ли проблемы у тех, кто вот в семье, кто, у кого есть отказ от приватизации, нет, допустим, члена, при продаже вот этого жилья, нет, потому нет, что мы вас абсолютно не возникает. То есть, дело в том, что, смотрите, при приватизации, когда прошла приватизация, члены семьи отказались, они получили, другие члены семьи получили свидетельство. И при продаже будет учитываться мнение тех, чье свидетельство. Естественно, согласие с прописанных тоже будет нужно, но то, что они не участвовали в приватизации, никак на последствия сделки не влияет вообще. То есть здесь абсолютно не важно, как говорится, кто, как, чего, важно, на ком находилось свидетельство. А вообще, в чем вот интерес, может быть, даже государственный интерес приватизации жилья? Почему так долго длится бесплатная приватизация? И вот что получает государство? И что, может быть, еще не до конца понимают и люди, которые вот не приватизировали жилье? Мне кажется, это на самом деле вот концепция, что ли, такая, ну, при переходе от рыночной, точнее, от плановой к рыночной экономике. Ну, я не знаю, я тогда еще был... Тоже несовершеннолетний, так скажем. Не хуже, как я. Вот, и мне кажется, что на самом деле это просто концепция государства. То есть дать почувствовать человеку, стать собственником. Каково и это? Я просто хотела бы продолжить эту мысль. Вопрос ведь в том, что в это жилье, если так в глобальном смысле, во все имущество всей Российской Федерации вкладывались все поколения. И это просто на такая высшая социальная справедливость, просто-напросто получить часть имущества в том виде, в каком хоть каком-то виде есть. Иначе получится так, что за нас поработали наши бабушки и дедушки, правильно? То есть строили то самое жилье. Строили не в виде там живого этого строительства жилья, а в виде вкладывания в экономику. И если сейчас эту приватизацию прекратить, то получится просто, ну, наверное, просто несправедливо. Еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Это Старый Загоров, 205 квартир, Кристина. Скажите, я могу вопрос задать насчет вот капитального ремонта? Ну, если у вас приватизированная квартира? Приватизированная. Скажите, вот по льготам, куда относиться? А если вы льготник по группе инвалидности, первая, вторая группа инвалидности, вам нужно идти в районное управление социальной защиты, принести туда справки, реестр там есть, и вам будет произведен пересчет. Субсидия выдается в управление социальной защиты по району. То есть то, что у нас с вами-то всегда было в районе. Приходите в район, сдаете справки, и с 1 января эта субсидия пересчитывается. Но это для инвалидов первой и второй группы. Для, соответственно, льготников старше 80 лет, да, необходимо принять наш местный закон Самарской области. Он будет принят в ближайшее время, после этого льгота начнет работать. Вот то, с чего мы начали, с чего начинать приватизацию, чтобы резюмировать. Итак, у нас есть возможность хотя бы в течение вот ближайшего года реализовать наши права. И еще раз, вот что, с чего начать и вот как к этому подойти? Начать. 20% все-таки это немало. Сесть, вот, сесть и решить, получить согласие либо отказ. То есть отказ не должен пугать. Семьи, да. Нет, совершенно не должен. Просмотреть список документов, заказать технический паспорт, посмотреть, нет ли перепланировки. Если есть, то произвести действие по ее узаконению, после чего с пакетом сдать пакет, как уже говорили, либо в МФЦ, либо на Красноармейскую 17, и все. Еще какие-то есть дополнения? Перепланировка, есть. Еще вы что-то? Вы знаете, здесь просто принципиально хотел бы, почему настаиваю на том, что вот это крайний, не крайний срок, но тем не менее. Начать это нужно делать желательно не позднее марта-апреля, что если вдруг выяснится, мы не всегда с вами знаем, что точно у меня все законно или незаконно. Это касается любого человека. Если вы приняли решение приватизировать, то сдайте комплект документов, поймите, насколько он проходной, чтобы у вас хватило время в указанный срок и решить в том числе эту проблему по суду. Если вдруг это судебная практика, чтобы не получилось, что вы придете в сентябре, у вас будет какое-то время лежать это в департаменте, а потом выяснится, что вам нужно идти в суд. И у нас с вами благополучно 29 февраля или 28 февраля будут завалены все суды. У нас
Ситуация такая, если нам заявление поступало, человек потом как бы все равно будет иметь даже в судебном порядке реализовать свое право. Тем не менее, лучше сделать это раньше, чтобы не получилось, что потом возникнут какие-то препятствия, и вы не сможете реализовать свое право. Право у человека есть, его надо реализовывать. Спасибо. На этом и закончим. Спасибо большое за то, что пришли, разъяснили проблемные вопросы по приватизации жилья. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания.